Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня, 25 февраля, Национальный банк Украины ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Почему ввели новые банкноты именно сейчас и что делать со старыми банкнотами, смотрите в этом выпуске. В интернете сейчас много информации о том, что Украину наводнили фальшивые 200 гривен. В видео вы увидите серии и описание банкнот-подделок, которые дал Национальный банк. Досмотрите это видео до конца и узнайте, как обезопасить себя и не попасть на деньги. А если вам интересно, какие монеты Украины являются редкими и ценными, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я публикую фото этих монет, ссылка будет в описании. И скоро будет конкурс, в котором я разыграю монету из серебра. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Ну что, поехали! И по поводу фальшивок. Национальный банк продемонстрировал банкноты, которых стоит остерегаться. Такие подделки выявляются банками среди инкассированной наличности, поступающих от разных торговых площадок. Поддельные банкноты представляют потенциальную опасность прежде всего для нас с вами, ну и кассиров. Подделки изготовлены на качественной бумаге специальной защитой. По всей ее площади просматривается водяной знак в виде темных и светлых букв S. А давайте перейдем к новой банкноте. Обновленная купюра продолжает линию банкнот нового поколения гривны номиналом 20, 50, 100, 500 и 1000 гривен. В последнее время все больше и больше обзоров на ютубе банкнот фальшивок, особенно крупных номиналов, таких как фальшивый 500 гривен. Главное отличие новых 200 гривен – это усиленная защита, улучшенная рифленость элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Прямо сейчас вы можете наблюдать на своем экране, как выглядят новые 200 гривен. Они, конечно, очень мне нравится по дизайну, и более конкретно можем посмотреть на ту защиту, которая представлена на новой банкноте. Это водяные знаки, рельефные элементы, элемент Spark, защитная полоса и другие. Нужно ли менять банкноты старого образца? Это с 2007 года. На самом деле не нужно. Эти банкноты и новые 2019 года будут в обращении одновременно. Новыми купюрами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные банкноты 200 гривен. Друзья, напишите в комментариях, как вам новый дизайн и вообще в целом, нравится ли вам линейка вот этих обновленных банкнот, как вы к этому относитесь. Спасибо за просмотр этого ролика, желаю вам хорошего настроения, всем пока!